Привет, дорогие друзья! Видео снимала на пятилеток, дом 8, Санкт-Петербург. Не была в этом магазине месяца два, а то и больше. Покажу все самое интересное в этом магазине. Приятного просмотра! Горшочки для цветов из новой коллекции на ножки. Все три дизайна есть. 149 рублей. Вот такие большие горшки тоже из новой коллекции, яркой. Остались только синие и голубые. 249 рублей. Это доломит. Подносы из новой коллекции также присутствуют. Два вида. По 249 рублей. Кроме бумажных тарелочек, здесь также есть стаканчики. 10 штук. И салфетки. Все в тон. Праздничные. Ароматические свечи в стакане из последней коллекции с замшевым таким пояском, с золотыми буквами, поясок на заклепке. Есть все ароматы. Очень приятные. 199 рублей. Симпатичное зеркало в виде сердца. Внутри плавающие блески разных цветов. Зеркала есть несколько дизайнов. Вот такое леопардовое. А есть еще круглые. Такие же зеркала с удобной ручкой, тоже с блестками сплавающими. Цена зеркальца 149 рублей. Совсем маленькое зеркальце в виде симпатичной панды. И вот такая вот лапка еще осталась. 99 рублей. Домашние женские тапочки, размер 36-40. Вот такой чудесный, приятный рисунок. Очень приятные тапочки, мягкий текстиль и подошва ПВХ. 249 рублей. Мужские муски, 67 хлопок и полиамид. 41-44 размер, остались только серые, 79 рублей. А вот такие носочки подвезли, такой пяточка такая удлиненная. Есть расцветки, надпись «Спорт». Также 67 хлопок и полиамид. Размер 41-44. 79 рублей. Порошок для стирки «Экстракт Донника». Я покупала этот порошок. Он не лучше и не хуже всех остальных. 199 рублей. Умные капсулы для стирки «Эко Бимакс». 8 капсул. 149 рублей. Теперь перейдем в посудный отдел. Посмотрим, что здесь интересненького. Так, минажницы стеклянные по 99 рублей. Друзья, вот эта новинка поступила только вчера. Это салатник очень большой и тяжелый на 200 литров. Из красивого прозрачного граненого стекла. Произведено в Китае, 249 рублей. Стеклянные кружки все еще здесь есть с золотыми надписями. 470 миллилитров, 99 рублей. Пивные кружки по 149, стаканы по Шабахче по 55 рублей. Высокие и низкие. Отличное качество. Формы для выпечки елочек и домиков по 79 рублей. Набор трафаретов, здесь 6 штук для украшения пирогов, кексов, какой-нибудь выпечки, 79 рублей. Друзья, скатерти колорит с бейкой, сейчас цена по карте 127 рублей. Есть из чего выбрать, размер 135 на 110, сделано в России, город Тверь. Я купила пару скатертей, такую желтенькую. И бледными цветочками. Все же они самые лучшие скатерти из того, что продают в фикс-прайсе.
127 рублей. По карте. Корзина навесная на кран. Таких я не видела ни в одном магазине. Они крепкие такие. Крепится, значит, на кран, внизу дырочки, и вот такие расцветки. Бежевые, бирюзовые, белые и серебристые, перламутровые. 55 рублей. Тряпочки для уборки, 5 штук, 25 на 20 сантиметров. Очень толстые, мягкие, отлично впитывают влагу. 79 рублей, только их покупаю. Такие тряпочки из микрофибры, 8 штук, 30 на 20. Разные расцветки. 79 рублей. И набор вот таких тряпочек из микрофибры, 5 штук, 30 на 20, 59 рублей. На сиденье унитаза сверху бархатный, обшит вот такой бейкой красиво, крепится на липучке, снизу кожезаменитель. Посмотрите, сколько расцветок еще в этом магазине. 149 рублей. Набор для туалета, чехол на сиденье, чехол на крышку. Все очень мягкое, на липучке крепится, внутри поролон. Есть все расцветки, 299 рублей. Ватные диски квадратные, я самая. 100% хлопка, 50 штук, 59 рублей. Набор для оригами. Вот этот набор для маленькой принцессы. В наборе 16 листов, есть схемы простые и сложные, 12 готовых цветных схем. Странички плотные, очень яркие. Есть транспорт. Есть машинки, лодочки. В общем, большой выбор. Только вынесли книжки. Цена за набор 79 рублей. Так, теперь переходим в отдел «Все для сада и огорода». Различные удобрения для орхидей, для рассады. Все это я вам уже показывала. Так, обзорчиком покажу. Надо приходить и выбирать. Есть все или даже больше. Разное органическое удобрение «Биогумус» для рассады. В два раза гуще и эффективнее. 59 рублей. Таблички садовые информационные, 20 штук, карандаш в наборе, 55 рублей. Мини-парник с торфяными таблетками, 12 штук, цена 55 рублей. Круглые торфяные горшочки, 10 штук в наборе, 27,50. Кашпо садовое, 25 на 28 сантиметров, каркас сделан из металла, очень стильный. Классно выглядит. Еще в том году он мне нравился. 199 рублей. Старая цена. Кронштейн для кашпо 31,5 на 25,5 сантиметра. Сделан из углеродистой стали. Классно тоже смотрится. И еще прошлогодняя цена 149 рублей. Кассеты для рассады по одной штучке. Есть 6 ячеек, 4 и больше. А это поддон для рассады с крышкой, с прозрачной, полиэстер и ПЭТ. Цена 55 рублей. Совок посадочный большой, с пластиковой ручкой и оцинкованный металл. Сама лопатка 79 рублей. Шпо садовое, сделанное из ротанга. Внутри полиэтиленовая пленочка и цепочка, сделанная из стали. Диаметр 25 сантиметров, высота 12 сантиметров, 149 рублей. Лента садовая, длина 45 метров, сделанная из ПВХ, 99 рублей. Пистолет-распылитель с набором коннекторов, 7 режимов полива и 3 коннектора в наборе. Вот есть схема, инструкция. Цена 249 рублей. Пила садовая, 41 сантиметр. Эргономичная ручка. Сделана ручка из полипропилена. Сама пила из стали. 99 рублей. Кашпо садовое, 27 сантиметров в диаметре. Каркас сделан из пластика. Цепочка из стали. Само кашпо из кокосового волокна.
99 рублей. Декоративные цветы для водоемов дачных по 79 рублей. Помповый распылитель на 2 литра, сделан из полипропилена, нержавеющая сталь, медь и резина. На самой емкости написано, как и что делать. Цена 249 рублей. Так, сюда тоже привезли грунт для рассады на 10 литров, 59 рублей. И вкусняшка, клубника, протертая с сахаром, заветный погребок. Вкусно. 300 граммов, 55 рублей. Есть еще лимон с имбирем. Тоже 55 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. Сейчас немножечко погуляем по Питеру. Идем по Пестеля в сторону Петро Чернышевского. Красивые старинные здания. Это соляной переулок. Сворачиваем туда. И слева вот это серое здание. Это художественное училище имени Штиглица. А красное здание — Пантелеимоновская церковь. Смотрите, какие красивые здания. Если бы хорошие тротуары были очищены, то смотришь под ноги, лужи, лед, скользко, а сверху сосульки. А это летельный пузырь. Идем дальше по Пестеле, впереди Преображенский собор. Он действующий. Очень красивая ограда, решетка. Ну, на этом, друзья, пока все. Спасибо большое за внимание. У нас вот такая погода. Снег с дождем. До скорой встречи. Всего вам хорошего и пока.